сразу перешли дорогу вот с той стороны, с левой. И здесь начинается маршрут. Вот подходим к старту. Видишь, прям старт написан. Ликийской тропы. Находится это в городе Оли Денис. Здесь такая табличка. И ветки Оли Денис. Такая дорога. Давай сюда. Вот фулькулерная как-то дорога. Под углом, да, у горы падают. Наверх идет, да. Высота примерно, наверное, 2000, да, 2000 метров. Ничего себе. Вот как раз вот бухта Оли Дениза. А вот там Фетхе бухта с островком. А там дальше Фетхе. Вот уже начинается такая более песчаная дорога на тропу. Еще так, по технике безопасности, я думаю... И надо учитывать. Надо к животным не подходить, к диким, а бычки не бросать, курки, там, ну, чтобы не возникло пожара. Вот. Не и смотреть под ноги, да, со скал не прыгать. Основное. Ну, то есть там не подходить к краям близко, там вот так, не фоткаться, там селфи не делать. И не ягоды не есть, я думаю, какие-то лишние тут по пути. Ты много чего знаешь. Да, ты видишь, тоже. Да, да? Да. Для подписчиков, чтобы они тоже знали, что можно делать и нельзя. Расскажи, пожалуйста, какого зверя. Привет всем. Всем привет. Меня зовут Роман. Мы на Ликийской тропе 27 октября. 13 часов ровно, да, на часах? Посмотри, пожалуйста. Так, время, да. 59 минут. Вот. Вопрос, Стас, расскажи, пожалуйста, какое самое дикое животное ты встречал в лесу и как ты себя вел? В лесу я встречал самое дикое животное, наверное, даже белка, да, я белок встречал в лесу только, из последнего. А ты, Роман? Я видел кабанов. Вот. Ну, по диким животным понятно, что их лучше не трогать, пускай они своей жизнью там живут. Потому что даже и белка может укусить, честно говоря. В колесе? Ну, она может цапнуть за палец, потому что они думают иногда, что это лакомство какое-то. И причем укус довольно может быть заразительным. А еще я встречал змей недавно тоже здесь, в Фетхе. Вот, ну, да. Змеи, они вылазят на солнышко и греются. Вот, поэтому надо тоже быть аккуратным, смотреть под ноги. Да, будьте бдительны, в общем, будьте бдительны, берите с собой медицинские пластыри, воду, поход, спички и. Ну и смотрите, в общем, под ноги. Главное, я думаю. А мы будем тоже аккуратны. И дальше расскажем вам, что. Будет на планета, нашем пути. Планета для всех, свобода превыше всего. Ура! Вот такие шикарные виды просто тут открываются. Здесь участок уже по краю скалы прям проложен. Вот такие знаки бело-красного цвета означают обозначение, то, что это дорога Ликийской тропы. Таким образом можно ориентироваться по пути следования. Вот уже час мы поднимаемся по такой тропинке и вот уже вступаем в зону облаков. Там вот, видите, летают парапланеристы. А мы уже подходим вот к вершине и к следующему этапу нашего пути. Вот идем уже второй час по тропинке. И поднялись в гору. Прошли где-то 4 километра. И вот дальше нам виднеется такая дорожка.
на которую нам тоже нужно будет попасть сейчас. Сейчас мы посмотрим, сколько займет времени этот путь. 15. Так вот, мы уже поднялись на самую вершину практически. Здесь уже вот так открывается вид. Ну и дальше там у нас предстоит путь. Вот мы поднялись все-таки на эту гору. Заняло это у нас порядка 2 часов. Вот здесь дальше идет тропинка уже на следующий перевал. Ну и вот так здесь все обставлено. Да, вот проходим кафешку 2 километра. Еще будешь, да? Гизельме предлагают и холодные напитки. И горячие, наверное, тоже при желании. Да, карликовые деревья. Вот такой китайский садик небольшой. Видите, тут раскидано все по фэншуй. Камни и маленькие растения. Бонсаи. Также в гелике, да, гоняем? Вот мы зашли в первый населенный пункт. После долгого пути здесь есть такие вот интересные строения. Это ущелье. Пойдем, пройдем здесь. Там дальше бухточка. И вот такая полянка открывается. Вот здесь такой вид открывается на гору. Там флаг. Вот уже зашли в поселок. Тут вот такие животные отдыхают. Мы идем дальше. Вот такая вот роща. Посреди гор долина. Вот такие горы. Блин, природа, конечно, вообще разнообразная, да? Смотри, здесь камень, сосны, новые деревья, клен и сосны. Вот русло горной реки, оно пересохшее из-за того, что была сильная жара. Видите, нет воды. Вот гранатовое дерево проходим тут по пути на тропе. Вон еще граната, вот тут оливки. Очень много оливковых деревьев. Вот мы выходим из поселка уже обратно в такую дикую местность. И идем по горной уже дорожке такой каменной, каменистой. Вот проходим дома хоббитов тут. Такие круглые. У них витражные стекла, окна точнее. Итак, вот мы дошли до долины бабочек. И забронировали вот такие апартаменты за 3000 денег. Так скажем, вот одна комната выглядит так. Очень просто и уютно. При входе тут, кстати, сразу кухонька. Холодильник, газовая плита и чайник с посудой. Вторая комната, она чуть побольше, здесь двуспалочка, кондиционеры и есть даже шкаф. И здесь душ находится. Ну и вот такой вот душик, да, тут с горячей водой, с туалетом и с феном. Вот такой заборчик здесь у нас отделяет нас от соседей. Здесь зона чила. Небольшой бассейн на террасе. Столик. И прошли мы сегодня около 14 километров. Заняло это у нас порядка 6 часов. По 3 километра примерно в час.